Позвоните сегодня родителям и скажите им о своей любви. Спросите, может быть, именно сейчас они нуждаются в вашей помощи. 1 октября мы традиционно отмечаем День пожилого человека. И, как подчеркнул глава Анапы Сергей Сергеев, на встрече с жителями микрорайона Восточный – это не праздник, а возможность сказать спасибо тем, кому мы обязаны жизнью, профессией и успехами в работе. Организаторы встречи назвали ее «Осенние посиделки» и оправданно в уютном помещении Совета микрорайона за чаепитием с песнями под гармонь собрались Александр и Мария Борисовы, Валентина Ишкова, Надежда Василиади, Людмила Косенко, Марина Полесская, Раиса и Юрий Уральские, Мария Шкодина. Все они трудились на восстановление города-курорта в послевоенные годы, отстраивали заново Анапу, работали в больницах, преподавали в школах и воспитывали детей. Визит главы города Сергея Сергеева стал приятным сюрпризом для анапчан. Я не считаю, что сегодня праздник, это как бы день отдания уважения, дань уважения. Это такой день, который заставляет нас задуматься о старшем поколении. И, наверное, может быть, какие-то проблемы порешать. Какие-то вопросы, которые у вас есть, вы зададите, я постараюсь их решить. Разговор пошел по пути воспоминаний. Каким был город в послевоенные годы? Как трудно было в 90-е с мизерными зарплатами и пенсиями? С нестабильной экономикой? Каждый из собравшихся на осенних посиделках отметил, Анапа с каждым годом преображается, становится уютнее. Отдельно жители микрорайона Восточный отметили благоустройство улицы Стахановской. Не вам хочется просто руку пожать. Разрешите? Благодарение. Спасибо. Анапа стал настоящий, похож на город. Не стыдно, мне есть чем сравнить. Я побывал в 10 странах. В Германии, в Польше, Италии, в Кейптауне, в Сингапуре. Мне есть чем сравнить, понимаете? Заходишь, радуется душа. С Натальей Ключниковой, координатором деятельности ТОСПа микрорайона Восточный, глава Анапы обошел недавно отремонтированное помещение Совета микрорайона и позже отметил, обращаясь к участникам встречи. Вы теперь будете знать, куда можно прийти и поплакаться. Совершенно правильно, а почему нет? Ну, вы проблему придете, расскажете, она донесет до нас эту проблему. Есть система, которая уже выстраивается. Конечно, не так быстро, как мне хотелось бы. В завершение визита Сергей Павлович подарил каждому из собравшихся цветы и подарки.